В преддверии Дня защиты детей и Всемирного дня охраны окружающей среды с 1 по 5 июня состоится экологическая образовательная акция «Рисуем зеленый мир и экологию». Основная задача – объединить детей Подмосковья разных возрастов совместным проектом, который влияет на их экологическое просвещение и образование, учит бережному отношению к природе и нашей планете Земля. Лучшие работы, проекты будут награждены подарками, благодарственными письмами от Общественной палаты Московской области и Московской областной думы. Информация о проведении акции размещена в сообществе Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.